Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растения против зомби 2, невзломанная китайская версия. Итак, мы в мире далекого будущего. И у нас очередной трехзвездочный уровень. Седьмой уровень. Смотрим, что там. Лимит в 3000. Солнце. Так, ладно. Так, тут явно есть какой-то обман. Ну ладно. Thank you.
пусть погрызут орешек. Так, надо бы ребятам этим помочь немного. Они так увлеклись. Можно, конечно, всех подождать. Да ладно. Ух ты. А, ну да, все правильно. Тут же энергетическая ячейка, я вечно это забываю. Так, ребятки идут. Ну, плент нам никогда не помешает, правда, вот потратились. Ну да ладно. Помню, в этой версии международной вот эти танки реально очень прочные были, сильные такие. Реально их тяжело было победить. По-моему, их даже взорвать нельзя было сразу. Они продолжали ехать, но такие уже были покоцанные хорошо. Ну а здесь... Это сложный уровень, друзья. Может показаться, что он не сложный, но поверьте, я пробовал арбузы. А, также пробовал пушки. Бесполезно. Ну, сейчас вот эту троицу накроем кабачком. Двоих сразу, то что-то как-то, да? И вот она, финальная волна. Их, естественно, здесь много. Но, в принципе, это все фигня. Мы их можем просто поджарить и все, как только они подойдут. Как раз у нас есть для этого плент. Ну или можем поиздеваться, конечно, над ними. Они 100% не прогрызут. Мы же не изверги какие, давайте их жарить уже. Вот так вот. Колонии Дэйва и чего-то 20. Видимо, не больше 20 растений. Но это уже проще. Thank you.
Окей. А я пока не буду брать подсолнух. Слишком много непонятных моментов стало происходить. А именно, уровни начали усложняться. Так, серьезно усложняться. Поэтому сейчас, пока мы не будем набирать монеты, все довольно серьезно стало. Заметьте, у нас забрали всего один вертикальный ряд. Вот это странно. Хотя, с другой стороны, ничего странного. Нам оставили энергетические ячейки. Хотя... все равно странно. Это говорит о сложности уровня. Потому что он действительно сложный. Вот эти надо убирать, потому что они собой закрывают. Вперед идущих надо убирать. Видите, они тоже закрывают. Хотя есть еще один способ назад их, так сказать, утянуть, да? Ну, скажем так, он не очень хороший, этот способ. Но он есть. Вот этот впереди явно всем мешает получать дамаг. Давайте-ка его... А, ну он и так уже склеился. Ладно уж. Последнее растение буквально можем высадить.
Это, конечно же, будет арбузик. Не, они не пройдут, это точно. Они тут все застрянут. Все-таки надо было захватить двойной подсолнух, три планта пропадают. Печально, печально. Идем дальше. Пятнадцать зомби за 10 секунд. Надо убить. В принципе, в последней волне как раз столько, наверное, их и будет. Это говорит о том, что нам надо будет плент собрать. Ну то же самое, как мы вначале действовали. Да, вот так вот, думаю, нормально будет. Сюда будем драконов сажать в этот раз. Толку, наверное, от этого много нет, но все же. Ой, зачем я... А, тут еще таймер. Черт, еще таймер, друзья, ну ладно. Тут можно было сразу начать драконов высаживать, в принципе. В общем, надо будет еще быстро все это сделать. Хотя, с другой стороны, как только орехи высадим, наверное, все и тут завершится. В плане обороны. Ну, еще, конечно же, вот эти вот шипы не помешали бы. Thank you.
Видите, не взрывается он сразу. Проходит какое-то... Так, ладно, высаживать, наверное, не будем больше. Я тут забыл в центре шипы постелить. Да ладно. Тут этот таймер меня беспокоит, надо его дождаться. Ну и толпу надо также дождаться. Таймер дождались. Возможно, следовало как-то здесь заблокировать их. В начале, да, выход. Но не знаю, не знаю. Сколько вот их тут? 15 будет? Да, будет. Я думаю, будет их 15. Да, выполнили. Было их там столько. Правда, мы убили еще на подходе нескольких. Но это все фигня. Танк точно никак нас не побеспокоит. А давайте попробуем кабачок подкормить. Сейчас получится. Но я не видел, чтобы его можно было подкормить. Сейчас как раз посмотрим. Ну вот тут вот можно было тоже выполнить. Наверное, не получится его сейчас подкормить, потому что он резко начнет прыгать. Thank you.
вот пытаюсь подкормить. А, да, смотрите, можно подкормить. Ух ты, черт. Да это мега крутяк, слушайте. При удачном стечении обстоятельств этот кабачок может раздавить и гаргантюа тоже. Класс. Мне понравилось. Можно еще попробовать. Давайте попробуем быстренько вот так раз. А, вот видите, вот надо его до того, как он прыгать начнет. Сразу его нельзя подкармливать. Опять попытался, нельзя его сразу. Только пока он еще не прыгнул, можно подкормить. Фигово, фигово. Раз так. Справились. Ну что ж, друзья, уровни становятся все сложнее и сложнее. Ага. Ну мы практически, в общем-то, завершили все трехзвездочные, да, остаются только два уровня. И можем смело продолжать дальше. В следующей серии мы, конечно же, попробуем разобраться с восьмым уровнем, посмотрим, что там. А сейчас давайте разобьем еще две вазы. Ну хоть пазл. Ну все, друзья, благодарю вас всех за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся.